Сегодня наблюдал за колибри у кормушек и снял на видео интересный момент, показывающий их настоящий нрав. Кстати, если присмотреться, то сквозь прозрачные стенки правой кормушки видно, как мелькает язык, когда колибри пьют сладкий сироп. Так вот о нравах. Хотя эти птички выглядят милыми крошками, на самом деле у них сквернейший характер. Редкая встреча обходится без драки. Смотрим. Бам! Это был типичный пример их поведения. То, что слева вдруг не потерпел, что рядом кто-то ест из соседней кормушки и бесцеремонно отпихнул друга. Там серьезный толчок был, даже слышно, как крылья щелкнули друг от друга. А теперь задира пьет свой сироп из правой кормушки и кидает косяки на соседа. Кидает, кидает. В конце концов, ему снова надоедает делиться едой, и он опять прогоняет бедолагу, на этот раз плюнув в шею.